Всем здравствуйте, с вами канал Railworks по-русски, а меня зовут Дмитрий. И сейчас мы с вами начинаем прохождение отечественного сценария от Светланы, от разработчика Светланы. Это уже довольно по нынешним меркам уже старенький маршрут Шевченко-Цветкова, но не старей. Во что я до этого играл, часовые, которые были. Интересный сценарий. Я тут заблудился немножко первый раз, когда пытался его пройти. Но все-таки мы с вами его попробуем пройти. Итак, начнем. Значит так, работа у нас сегодня на тепловозе. Маневрово-возной тепловоз ТГМ 2. Тут помню. Тут ничего. Да. И сегодня мы будем с вами перетаскивать цистерны, менять местами. Сейчас из ангара выйдем. Из ангара, из депо. Я просто не люблю вид из кабины. Ну, редко. Там если. Просто не видно ничего. Снаружи как-то поярче все будет. Так, нам нужно будет отвезти цистерну. Для этого нам ее нужно забрать. Забрать нам нужно ее от Кедова. От Седова, да? Все правильно выставил? Правильно. Так, говорил же, что буду проходить и наши сценарии на наших отечественных тепловозах. Ну, я особо многословен, наверное, не буду, потому что, ну, у некоторых прям словесный понос, но у меня вот такого пока не получается, к сожалению. Вот. Кстати, по поводу редактора, что-то у меня, ну я имею в виду с картами Google, что-то пока не складывается. Также пересмотрел иностранные видео, но что-то мне Google там заблокировал, и я не могу зайти туда. Аккаунт-то есть у меня, но чтобы скачать ключ карты... Тормози, куда разогнался? Чтобы скачать этот ключ, получить, вернее, ключ, нужно, чтобы у меня там что-то было активировано. А у меня оно не активировано и пишет то, чтобы я обратился к владельцу, ну, кто там этим сайтом владеет. Это вообще странно, конечно. Забавно видеть немецкий локомотив на отечественном маршруте. Ну ладно, это такое. Так, не торопимся. Потихонечку. Вот. Вот эту цистерну нам нужно отвезти. Давай, цепляйся. Есть. Я тут блуждал. Ох, хорошо коптит он. Вот. Думал, куда же ехать-то? А потом сообразил, что там по кругу нужно ехать. А я все пытался пробиться напрямки. После чего слетал с рельс, упираясь в остряк стрелки. А тут нужно... Она так заморочилась. Так это ж не так, не только это... Нужно отвезти, надо еще отсортировать.
А я тут сначала попробовал, когда уже понял, как все это делается. Я ее затащил туда, где стоит пустая цистерна. И надо было эту цистерну, ну, короче, сейчас поймете. О, у нас тут соседи, блин, долбанутые. Ремонтники, блин. Все мозги отбили уже. То молотком, то перфоратором. Часов 8-9 по голове долбили. Так, вот сюда, если не ошибаюсь. Сюда же? Сюда. Потом. Потом. Тут такой путь интересный. Да, вот он синим подсвечен, значит, все правильно выставил. Потом сюда. Переведите стрелку. Да, уже перевел. Да-да-да. Это мы уже знаем, проходили. Потом сюда. И где-то здесь... сюда. Ну это ладно, сначала доехать надо. Так, поехали. Так. Так, тормоза отпустились. Давай, 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 давай. Что там, все так плохо, что ли? О, господи. Ну, это экстренное. Экстренное. Врубил и... ой, ладно. Так, теперь двигаемся. По идее, он не небольшой сценарий сам по себе. Он действительно там минут на 25. Такой, ну это ее сценарий. Она любит такие замысловатые сценарии делать. Сортировка. Я тогда задолбался. Там был у нее еще какой-то сценарий. Что-то нужно было отсортировать. Я мудохался, мудохался. Я так и не понял, чего куда нужно пихать. Откуда нужно вытаскивать. А, тут сороковничек можно. Ух, коптит-то как хорошо. Я правильно еду? Правильно. Тут вот то же самое. Сейчас эту цистерну надо на какой-то любой там путь запасной поставить. Ни хрена себе он коптит, как паровоз. Так, главное не превышать скорость. Вы слышите? И вот так целый день. Ой, хоромы царские делают. Весь дом, я не знаю, весь дом погрызан уже. Вот так, если, не дай бог, конечно, тряханет, рассыпется, как это, в пыль просто. Потому что живого дома, живого места в доме нет. Весь в дырках, как это, как их называют, деревяшки, которые грызут. Тут у меня подвисает постоянно, вроде бы и огня нет никакого. Тут, когда где-то факел горит, такой баг происходит, жесткий. Ну ладно, подумаешь, превысил, немножко превысил. Вот чё она тут багует так? Чё тут такое, блин, чего? Вода. А, уклон. Уклон тут. Гребаный уклон. Я и забыл про него. Что здесь уклон. Главное, что не тормозит. Что у него с тормозами-то вообще? Ну. Не погудел. Ну ладно. Что-то совсем у него тормозов нет. Ты когда на 60 его выставляешь, тогда он начинает тормозить. Вот. И тоже интересно, он английская электричка тоже ездит тут. Вон она пошла, вон. Интересно, интересно, конечно.
Так, 2 километра, 2 миллиметра. Тут вроде бы был уклон, теперь подъем будет. Да? Да, скорость упала. Ну-ка, подбавим газку. Давай, давай, вытягивай. Вытягивай, подъем. Так, это не так резко. Яблони, что ли? А там сейчас светофоры будут. Так. Надо будет тап нажимать. Так, так, так. Так вот, я говорю, с картами Google у меня что-то... Ни хрена себе, блин. У меня в прошлый раз такого не было. Так. Ну, да, я говорю, тоже прикольно. Ну, тогда нашей электрички не было, и она запихала то, что есть. Так. То, что было у нее. Так что... Кто так? Я попробую, знаете, что есть... Ну, видел... В одного малого... Ну, тоже на английском языке попробую перевести... Ну, не то, что перевести, а объяснить. Главное, чтобы у вас аккаунт Google был. И все. И тогда все будет. Жизнь будет проще. Так, следовать через... Я правильно еду? Вроде бы да. Блин, кругом эти светофоры, елки-палки. Где он? Не вижу. Инструкция выполнена. Ага. Теперь нам с вами нужно ГСМ найти. ГСМ, он где-то здесь. Вот он. Но сначала нам нужно будет, чтобы забрать эту цистерну, ГСМ-1, мы завезем так. Потому что нам нужно забрать вот эту. Вот. Так, вопрос, а куда ее ставить? Ну, скорее всего... Да, сейчас мы затащим нашу, которую мы должны сюда поставить, вот сюда. И эту вывезем, поставим вот сюда. В общем, заморочено, конечно. Сделано все. Так что... Эти свет постарал, как же он коптит. Блин, как же тут все лагает. Ёлки-палки, эти вагоны. Я в свое время тоже ставил этих вагонов до хрена и более. Но потом убедился, что лучше такого не делать. И, ну, тут еще не так много по-божески, а я прям рядами вот так ставил все. И вообще жутко лагало все. Так, сейчас мы правильно едем, да? Где я еду-то вообще? Я себя не вижу что-то. Поместить игрока. А вот он я. Вот он я. Еду сюда. Ну, все правильно. А, пропустил. Ну, ладно. Сейчас мы эту цистерну затащим сюда, вот в тупик в этот. Запасной. Потом ту цистерну вытаскиваем. Блин, вот она реально заморочилась. А эту ставим туда. Так вот. Сейчас. Неудобно. Просто я одной рукой держал микрофон, одной рукой пытался управлять. Это очень неудобно. Так, а куда?
уж испугался. Ну, сейчас я в ТЭМ-2 влетим. Так, вот сюда нам надо вот эту поставить пока. Да, вон наша цистерна. Так, сейчас мы вот это вот сюда ставим. Загоняем ее пока сюда. Ту вытаскиваем. Вот. Так, тормози. Тормози. Интересно, наверное. Слушай, вообще у меня какие-то проблемы с тормозами. Сейчас. Чтобы ошибки не выдал, иначе будет обидно. Так, вроде бы нет. Так, едем сейчас, вытащим ту. Вытащим ту. Вот я говорю, не люблю вот сортировку. Вот эта сортировка, это... Давай, газуй, газуй. Ну, отпусти уже тормоза. Так. Теперь надо вытащить ту. Вот ту, желтую. Так вот. Ой, заморочен просто. Тормози. Блин. Перевел. Ты чё ворот закрываешь? Обалдел, что ли? Нифига себе, деловой. Так, сейчас мы вот эту вытащим, вот сюда ее поставим. Да. Перевел. Перевел. Хорошо. Так. Сейчас мы так будем тормозить. Так куда эффективнее тормозить, чем тормозами. Зацепил. Вроде зацепил. Да. Надеюсь, все правильно делаю. У меня ощущение, что тут вряд ли в 25 минут у меня выльется. Так. Потому что мне это надо вытащить куда? Они тут лёгают, ёлки-палки. Так. Да-да-да-да-да. Оп. Так, вперед. Ну и уж извиняюсь, кого там будет бомбить, что я делаю неправильно, но я знаю, что неправильно, что в реальной жизни так делать нельзя. По-другому не получается просто. Так, ну, наверное, далеко не буду увозить. Где-нибудь здесь оставлю. Твоему тормоза делал вообще. У него тормозов нету. Так. Цепляемся, поехали. Минут. Я чувствую, нифига не 25 минут. Но никак не 25. Так что вот такие вот дела с этими редакторами. Так, вперед. Вперед. Ну, что с тормозами, что без тормозов.
Да не может быть такого, чтобы он так тормозил хреново, елки-палки. В реальной жизни-то. Так, сейчас надо забрать ту. Забираем эту цистерну. Так, маршрут хороший, но, блин, иногда такие завесоны тут жесткие, что просто мама не гори. Сейчас долбануть. Нет. Быстро, очень быстро. Нормально. Хорошо. Поехали. Да. Так, теперь нам эту цистерну надо поставить вот сюда. А тут ту цистерну забрать и отвезти куда-то там, хрен знает куда. В общем, вот любительница головоломок. Так, сейчас так надо вперед. Переводим. Ставим. Не сортировка, это маневр целый. Ну и ворота будут закрываться и открываться постоянно. В общем, не знаю, сценарий на любителя. Это отсюда вытащи, это поставь сюда, это куда-нибудь приткни. Блин, то тормозит, то не тормозит. Так, это надо здесь оставить. Да. Отпускаем тормоза. Переключается на наш локомотив. Отцепляемся. Да, теперь отвезите пусту. Вот зашибись, да, а цистерна стояла здесь. Я вот по незнанию, я затащил сюда. Вот. А цистерна пустая, вот она. Пустая. Так, тормоза пустились. Хорошо. Для этого маршрута все-таки ресурсы нужны нехилые. Так, shift. Нет, shift или control. Control. Ай, как же лагает, блин. Не люблю я это все дело. Так. Вперед. Теперь надо забрать эту цистерну. Ой, заморочка. Ну, все-таки я пройду этот сценарий вместе с вами. Уже полчаса, по-моему, прошло. Да я все вожусь. Так. Главное, чтобы не улететь в эту цистерну. Потому что я люблю это делать. Оп. Так, теперь... А, ну нет, нам назад по-любому надо ехать. Башмачевский какой? Башмачевский 6. Ну, хорошо. Все на это. Вот и все.
Ну, короче, не получилось как-то 25 минут. Нет, все-таки лучше в кабине сидеть. И открывается, да? Нифига не открывается. Так, на башню чисто сейчас его поставим. Отчепим. И все. Не в кабине что-то лагает жестко. Очень жестко, аж неприятно. В принципе, можно было прямо уже здесь ее кинуть, да и все. И не париться, и не жариться. Линолеум у нас тут постелен. Что, свет что горит? Нет. Свет горит. А что, он не включается? Странно. Я думаю, тут, да и все. Так, не буду возвращаться. Как остановится, так и остановится. Ну, что-то у него какие-то проблемы с тормозами. Такое чувство, что, знаете, что у него тормоза взяли от Тема 2. Скрипты. Потому что тормозит он именно так. Пока до 60 не поднимешь процентов, он не остановится. Так, ну что, отчепляемся. Все? Во! Ну вот такое было видео. Небольшое. Будут еще. Я думаю, получше уже. Всем спасибо за просмотр, спасибо за внимание. Всем пока.